Второй день традиционной эстафеты Олимпийского огня состоялся в Японии возле горнолыжного курорта в префектуре Фукусима. Участники пробежали по заранее определенному маршруту с факелом. Олимпийский огонь был позже передан от лыжника, которого сопровождали 20 участников младших классов. В настоящее время факел принимает участие в 121-дневном эстафетном путешествии, которое началось вчера. В нем участвуют 10 тысяч бегунов по всей стране. Олимпийский факел должен прибыть в Токио для зажжения олимпийского котла во время церемонии открытия игр 23 июля. Thank you.